Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Дитол, и мы продолжаем играть в Fortnite Сражение с бурей! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым! Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, давайте сегодня помочим мозгликов, и у нас задача спасти трех выживших в этом городе. Обязательно! Поехали в бой, а вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. И напишите в комментариях, ребята, кто играет у нас в сражение с бурей, кому нравится Fortnite и кто вообще подписан так, на наш канал. Насладиться лазерами и местью. Пора сразиться с бурей. Так, у меня патрончиков нет. Найдем. Нам нужно найти трех выживших. Так, я крафчу патроны. Красава, красава. Патроны, патроны. О, синий гель. Ура! Сразу же. Синий гель. Я тоже немножко патрон, кстати, накрафтил, а то их беда выслала. Беда. Так, давай вместе стараться держаться, потому что, чтобы не теряться. Не разбегаться? Надо посмотреть, да. Что у нас в инвентаре есть. Я что-то скарчик сюда поставил зачем-то, а мне не хочется тратить скар крутой, который мне дали наши дорогие подписчики. Поэтому не хочется. Я вон злую собаку возьму. Злую собаку? А я бейсбольную биту взял, прикинь. Ух ты, ничего себе, вот это злая собака. А у меня тоже есть такая бита небольшая. Ой, а бейсбольная бита, оказывается, очень быстро ломается. Цель обнаружена. Ура! Установите циклоп на точку, когда будете готовы. Я уже обнаружил циклоп. Но... Это хорошо, но нам нужно найти трех выживших. Но это тебе нужно найти. Ну, да. Надо найти. Ух ты, какой. Ковбой, а? Ничего себе. Какой серьезный. Ищи выживших, ищи, а я пока что буду заниматься нашей защитой циклопа. Патроны давай, меня. Давай. Занимайся защитой, а я пока что поищу. Где наши бедолаги? Выжившие. Ой, я какую-то банку нашел, классно. Какой красивый а мир думаешь, Fortnite. У тебя вообще не будет отражаться они? Не, почему, я могу найти их тоже. Я могу поискать тебе помощь. Так ты найди, и мне засчитают. О, я уже слышу выжившего одного. Мне кто-то кричал на помощь, а я что так и не понял, где. Стоит меня. Вот так вот, бейсбольная бита его. Ах, это ведьма, оказывается, бросает такие здоровые штуки. Да. Где-то я здесь слышал на помощь. А, вот он, иди ко мне, я нашел. Так, подожди, здесь тоже кто-то кричал что-то. На помощь. Спасаем выживших. О, медную руду нашел. Хорошая, кстати говоря, вещь. Спасибо. Понадобится. Спасите. Понадобится нам. А ты со... А, вот он здесь стоит. Привет, дружище. Ты что в доме закрылся? Ну, его спасаем его в доме. Вы спасли мне жизнь. О, спасибо за подарок, бро. Спасибо за подарок. Так, сейчас еще барахлишку всякого подсобираем. Кактус, даже кактус можно обыскать. Да. Во, а что так потемнело-то? А это буря. Буря наступает. Зомбаки везде. Вот они, появились. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Dettol Hard Play. Ссылка в описании. Ого, какой мощный пистолет, а? Вот это поворот. Ты пекарь какой-то себе создал хороший. Слушай, я не создал, он у меня был, я где-то его нашел. Я сейчас тебе скажу, как он... О, это Т у нас рюкзак, да? Он называется Злая собака. Naughty Dog. Злая. Naughty Dog. Есть такой подписчик. Да. Ты больше нигде не видел выживших? А, вон я вижу. Вообще в другой стороне карты. Обалдеть. Ой, а тут подарок есть, а ты не забрал, что ли? Ну ладно, я заберу. Все темнеет. Буря наступает. Наступает, и я уже думаю... Так, ты не нашел еще одну выжившую? Активировать. Да. Мне еще тут надо найти. Так что если кого-то увидишь, это у тебя скажи. Ежедневное задание, я так понимаю, да? Нет, это в рамках задания, просто мне нужно троих. Ага. Ой.
Ой-ой-ой. Так, а я разве здесь, дружище, не спас? Мне кажется, не спасал кого-то. А где он, интересно, спрятался? В доме написано. Где ты в доме прячешься? О, я много всего здесь поднашел. Интересного. Все шкафчики надо обыскивать. В каждом шкафчике может что-то хорошее лежать. Вот я, например, очень много растений нашел. О, я сундучару нашел. Да ладно, это хорошо. Ладно. Сундук — это хорошо. Даже охотничье ружье нашел какое-то. Ну, видишь, как классно. Не будет у тебя зато теперь только дробаша. Где ты орешь? Я тебе не могу найти. Мне кажется, я сюда заходил уже. Если кричишь, так уж кричи посильнее. А на карте они не отображаются разве? Ну, они отображаются, но я не могу понять, где они в доме. Вроде здесь должны. Оу. Опять буря, опять буря. О, где же на крыше сидишь? Не-не-не. Привет. Оп. Так, как вот она, спряталась. Синий гель. Да, понятное дело. Синий гель, синий гель. А! Забрал у меня синий гель. А ну иди сюда. Вот так вот. Хорошо. Играет со мной, а? А ты малыш. А ну иди сюда. Сейчас не пойму, где-то сундук, где нет. А, здесь немножко звуки по-другому, нежели в королевской битве. Да. О, отлично. Подарок. Я нашел подарок. Хорошо. О, прикинь, какой-то синий сундук нашел. Ой, слушай, это очень круто. Сундуки — это очень круто и хорошо. Их обязательно надо искать. Так, ну что же, я двух спас, мне осталось еще одного спасти, но, наверное, нужно активировать циклоп. Давай будем активировать. Давай. Я рядом с ним. Лутаюсь. Так, хорошо. Ты точно больше нигде не видел выживших? Не, больше не видел. Может, по-быстрому бы спас бы кого-нибудь, а? Неплохо. Заправьте циклоп синегелем. Ну я пока... Давай ты пока подбивай, я постараюсь найти. А мне кажется, когда я активирую, ты уже выживших не сможешь найти. Да? Да-да-да. Не, я помню, в прошлый раз мы играли, и они еще пищали что-то. Ну, давай посмотрим. Что у нас за домик такой? Ух ты! Это мини-домик. Опа! Дровишек нашел. Хорошо, отлично. Хорошо. Обеденный стол обыскал. Какую-то кочергу взял. О! Сундук на крыше. Очень хорошо. Жаль, но нет. Мне нравится, как он это все это говорит. Ой. Ой-ой. Мне кажется, вон там на чердаке сундук есть. Давай посмотрим. Да, новый кика откроется на 25 уровне только у меня, написано было. На 25 уровне? Mm-hmm. Обалдеть, это же еще полжизни. Какие здесь чердаки большие, а? Очень большие. Кирка очень долго ломает, кстати говоря. Ой. То есть здесь по мере апгрейда открывается новая кирка. Ну да. Ну, можно ее себе. Получается. Так, две капли синегеля. О, вот он, сундучара. Ничего себе, какой огромный. Пополнение в коллекции. Пополнение в коллекции, говорят. Это классно. Пополнение в коллекции. Очень хорошо. Так, ну что, ты не нашел выжившего? Не, так и не нашел, уже полкарты облазил. Так не могу никого найти. Зато еще один сундук нашел. Ничего себе, как хорошо. Но сундучки, я так понимаю, в домах, да? Ну да, в домах, в конструкции, во всех вот этих вот. Патрончики. Ура, ура, ура.
Да, в этой игре, конечно, можно провести очень много времени. Здесь очень интересно. Очень ребят. Много. Ой, можно сколько залитывать. Классных штук нашел. На пол жизни, честно. Да-да-да, вот так ходить, ходи, лутайся, наслаждайся красотами. Ну и классно, что здесь можно поиграть с друзьями. Самое замечательное, что есть, что можно насладиться этим процессом со своими товарищами. Да, у нас многие подписчики вместе играют в ПВЕшечку, проходят здесь. Очень круто. Вот так вот. Я тут уже 5 синих гелей нашел. А я опять вроде малой. Все нашел, опять малой не могу тут, а? Одного выжить, найти последнего. Побил его. Почему? Давай. Почему? А, ну, о, слышу, слышу. Где-то а-а-а. Кричал. Больно. Ай! Слушай, я очень сильно поддамажился. Вот она, Толян, это третья! Привет! О, слушай, конечно, лучше у меня всех. У меня тоже, кстати говоря, спасается выживший. Ну видишь, как хорошо. А мне нужно. Мы можем защиту включать. Мне нужно 20 найти. У меня 11 уже найдено. 20 выживших? Да. Ну это ежедневное задание, я так понимаю. Не знаю, у меня не было возможности дальше проходить, и пока не найду этих трех. Да. Кстати говоря, у меня рекомендуемый максимум построек 55. Все, я заправляю. У меня 0 из 55. Кстати. Я повышу нам уровень, чтобы нам интереснее было. Ну-ка давай, принимай голосование. Ожидайте важные метеосводки. Успех. Так, надо будет застроиться, да? Да, и задача тоже выполнение. Этого синей гели хватит. Шикарно. Так, надо побольше патрон. Вы справитесь, командир. Ой, уже кто-то стреляет. Ой, да ладно. Вот уже пинчер пришел. Ах ты, пинчер. На тебя. Пинчерок. Откуда он здесь взялся? Крыша, крыша, крыша. Застраиваем, застраиваем, застраиваем. Циклопа нельзя потерять. Да, циклоп нужно защищать. Слушай, а мне кажется, где-то уже дамажит циклопа. Вот они. Привет, ребята. Ой, слушай, ничего себе. Так много. О, они уже здесь. Их так много. Ой, что странно. Слушай, у меня пистолет дамажит по 400. Представляешь? По 400 пека? Да. Обалдеть, что у тебя за пека такой? Револьвер. Похож очень на тот револьвер, который сейчас у нас в ПВП. А. Ха-ха, это Джек смеется. Да. Я сел, потому что это ты засмеялся. Да ладно. Да. Опа. Ой. Это я вот эту способность использую. А, бейсбольная бита, идет бой! Так, я себе чуть-чуть по-другому здесь делаю. Вот отсюда будет дамажить. Слушай, а мне нравится игра в рукопашку бить. Да-да-да, в рукопашку тоже классно. Тихо, у нас где-то что-то ломается. С сторон, с другой стороны нам есть. Да ладно, еще там нападают? Да. Где-то били. Где били? Я уже у всех забил, которые били. Не, нормально, нормально. Все, мы... Мы живы! Все у нас отлично. Вот здесь сейчас подошел, и мой треугольничек бьет. Подойдите от него. Треугольничек, треугольничек, защищаем. А что тебе эта способность дает? Она такой удар, знаешь, он землю бьет и в радиусе всех разносит.
Слушай, да что я не могу добить этого 4 уровня? А что они такие мощные? Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Че, в меня стреляют? Года. Это пинчеры, наверное, бросают. Пинчеры, бам! Слушай, я вспыхнул охотничьи ружья. Кстати говоря. Это хорошо. Надо его попробовать. Попробуй обязательно. О, он в голову 400 дает сразу. Да-да-да, это классно. А какого уровня оно у тебя? А? Зелененький какой-то, я не знаю, какого уровня. Так, точнее не уровня, а какой энергией обладает? 9. Ну вот у меня злая собака 10. 10? Да, дробаш был 15. Но если честно, мне очень сильно прилетает от кого-то. Постоянно. Очень сильно прилетает? Да вон пичет. Блян, он там, дружище, прорвался. Ты куда пошел? Хорошо. Еще новая партия зомбачков. Слушай, охотничий как с двумя патронами стреляет. Это как так? Не знаю. 800! Обалдеть! Это мощно. Командный счет какой-то поднялся, да? Да. 21 тысяча опыта добавилось. Хорошо, хорошо. Очень хорошо. Он и есть сюда. Я еще тот пинчер. Ковбой, пошли отсюда. Бам-бам. Иди сюда. Бам-бам-бам. Ты тоже бейсбольную биту взял? А у меня не бейсбольная, у меня палка-копалка. Ай, 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 ай. Кстати, это в рукопашке очень прикольно их фигать. Да-да-да-да. Очень забавно. Ну где вы? Вот он, папа идет. А, у меня есть супер атака. А как у тебя супер атака? У меня два пистолета. Бесконечные патроны. Без перезарядки. А, есть супер атака? Да. Она типа берет два пистолета? Да, 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 да. Но мне надо еще прошредить, у меня там есть еще классные способности. Мне не нравится, что способность на шестерку, ну, по крайней мере, менять. Так что неудобно. Ну да, способности надо менять. Слушай, а что их так много-то стало? Очень много. Ой, я оружие сломалось. Я какой-то палкой вообще бегаю. Ой, бейсбольной битой, наверное, да. Ой, ты прорвался, представляешь? Прорвался? К нашему циклопу? Ну, не к циклопу, к нашим постройкам. Ничего себе, я думал к циклопу. А мне броню все снесли. Я там какой-то плохой палкой дрался. А еще приседать нельзя, да? Да, нет, непривычно очень. Да, я тоже привык приседать. Сейчас, конечно, это не нужно, потому что тебя не атакуют патронами, получается. Ой, патроны закончились, представляешь? О, у меня как-то... И тут дробаш. Срочное сообщение, спасать циклоп. Да ладно. О! Дамажут! Димон, дамажут циклоп! Да ладно, кто? Еще 30 секунд. Ты смотри, он красный стал. Что творится-то вообще, а? Они прорвались, мы не держим оборону, не держим!
Да чё ты стой расслабился? О, как мы с тобой расслабились хорошо, а? Отличная работа, командир! Ура! Платиновый значок бойца! Оу! Слушай, а я строителя не сделал значок. Надо срочно построиться. Ах! Не добил! Победа, дорогие друзья! Очень хорошая каточка, прям молодцы, не понравилось. Да, шикарно, шикарно, шикарно. Продолжаем дальше. И какой же уровень у нас теперь? Так, у меня 22-й уже уровень. Нет, 12-й. Неплохо, на 25-м новая кирка должна быть. Отлично. Дитол Форд выстоял. И какой сундук мы с вами сегодня получим? Может, 4-й уровень, да? Наберем, нет? Опа. Нет, 3-го. У меня 3-го хотел. Опа, у меня тоже 3-го получилось. Но ничего страшного, ничего страшного. В следующий раз. На базу открываем сундуки. Да, на базу открываем сундуки. И будем потихонечку заканчивать. Ребят, вы не забывайте лайки ставить, подписываться на канал, делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. А мы сейчас откроем сундучок и будем с вами прощаться. О, ну, неплохо. Мне дали и экспишки. И золото. Ой, слушай, и конвертик, этап выполнен, миссия какая-то. 50 баксов! Да ладно, я тебя поздравляю. Ой, еще один конвертик. Истребление мозгляков. Еще 50 баксов. Ничего себе, ежедневные монеты даже дали особые. И еще один конвертик. Хорошо. Повышение уровня сложности. У тебя в конвертах V-баксы выпали? Да, у меня в конвертах V-баксики выпадают. Круто. Классно, 100 баксиков еще плюс. Всем огромное спасибо, ребят, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была команда Дитол. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.